Тем временем рядом с торговым центром «Афина» появился новый МАФ. Особенность конструкции состоит в том, что находится он прямо над выездом из подземного паркинга. Его попросту установили в бетонный проем на железные балки. Профильные службы города уже отреагировали на появление торговой точки, установленной с нарушением градостроительных норм. Это не выдерживает никакой критики ни с точки зрения строительных норм, ни с точки зрения правил размещения временных сооружений на территории города Элис. Поэтому было выдано предписание о демонтаже этого сооружения. Владельцы показали декларацию ГАСКО, которую они получили на основании ложных сведений. В настоящий момент декларацию им аннулируют, и я думаю, что до сегодняшнего вечера или в крайнем случае еще день-два, и он будет демонтирован. Вся ответственность за нарушение размещения МАФа лежит только на владельце, который подал ложные сведения, заявил Сергей Дубенко. В ближайшие дни городские службы проведут демонтаж этого киоска.